Хей-хей, друзья, с вами StuffPro, и сегодня покажу вам проект The Forest для Майнкрафта Pocket Edition. Да, этим проектом начал заниматься недавно, поэтому он очень-очень сырой. Ну что ж, как из The Forest вы появляетесь в таком самолете? Да, обычный самолет, где вы можете маленько полутать вещи. Ну что же, первое, что мы видим самолет и топор, который торчит как бы в нашем полу. И здесь мы видим такого человека, я не знаю, как его еще изобразить, но я изобразил его примерно так. Что же здесь еще видите? А видите, во-первых, деревья, траву и, как так сказать, ящики, да, в которых вы можете полутать и найти полезные вещи. Ну вот, вот так у меня выполнен самолет. Вторая часть, как положено в The Forest, находится рядом с другим берегом. Здесь у вас вот такая маленькая речушка, где вы можете найти удочку. Если не ошибаюсь, то в The Forest была палка, с помощью которой вы могли ловить рыбу. Но здесь у нас такой палки нет, поэтому будет вместо этой палки вот такая удочка. Ну что ж, идем, к примеру, дальше. И вот, так, это что у нас такое? Это просто что это такое было? Ну вот, вы можете идти дальше и видеть просто-напросто красивые пейзажи. И я опять же повторяю, что скоро, может быть, начнется первая бета этой карты. Да, я буду делать беты. Вот, вот так выглядит искусственный ландшафт, созданный на плоском мире. Надеюсь, всем это нравится. И надеюсь, я заслуживаю лайк. И, можно сказать, заслуживает эта карта лайк. Вот, здесь такая лодка, которая была выброшена на берег. И здесь вы тоже сможете получать вещи, которые я в скором времени доделаю. И там, да, и там будет везде вода. Это просто пока только заготовка. И я планирую выпустить первую бету где-то в следующую среду. То есть сейчас среда, вечер, среда. Получается, следующую среду, может быть, будет бета, если сейчас мы наберем 20 лайков. Да, это не так уж много, вот. Ну и что ж, да, эту карту делаю я целиком один. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.